Кто такие инсайдеры? Ну, вы посмотрите, инсайд, внутренняя сторона. То есть инсайдер – это типа тот, кто на внутренней стороне находится, на скрытой стороне от того, чем пользуются простолюдины. И типа рассказывает простолюдинам про, ну, про ту ботву, которая их кормит. Но на самом деле это просто концепция инсайдера. Инсайдер – это типа тот, кто вхож в якобы высшие слои общества и якобы знает о том, что якобы они готовят. Вот кто такие, как бы инсайдеры. Но нет смысла употреблять даже это слово. Тот, кто чувствует сердцем, ему никакой инсайдинг не нужен. Он и так все знает. Безо всякого внедрения в какие-то группы, как бы элиты. Вчера по всей Украине было красное небо, типа северного сияния. Скажите, что это может быть? Дело в том, что про красное небо написано в разных всяких книжечках. Это предвестник. Предвестник тех событий, которые, собственно, через некоторое время случаться. Это сигнал. Красный цвет – это цвет предостережения, цвет опасности, цвет крови. Это сигнал, чтобы разумный человек покинул эти территории, там где-то происходит. Это все. Ну, это имхо, личное мнение. Оно может не совпадать с мнением других, которые говорят, это там вот инопланетяне нам красоту свою показывают. Это Боженька там пухнул на небе, потому что вот и случайно там загорелось то, чем он пухнул. Кто-то говорит, это северное сияние, кто-то говорит, это южное сияние, кто-то говорит, вспышки на солнце случились. Да кто чего? Объяснение можно найти какие угодно. Единственное, о чем мой род советует всякому, не надо искать никаких объяснений. Вы видите события, почувствуйте сердце, что это, что нужно делать. Не надо искать объяснений, вы найдете объяснения в достатке, каких угодно. Вам они зачем, эти объяснения? Вам действия надо делать, а не объяснения искать. Объяснения ищут вот эти, горе от ума, у которых случилось, вот они все время ищут объяснения, сидят в своих лабораториях там, ковыряют в пробирке пальцем или в носу, там, замешивая, так сказать, красный фосфор с козявками, чтобы там исследовать чего-нибудь. Зачем это надо, там, тратить время на эту белиберду? Разумный человек просто чувствует и делает. Там, бури, там, магнитиков, не магнитиков, фигитиков каких-нибудь. Почувствуйте сердцем, что это за сигнал конкретный для вас. И действуйте в соответствии с этим сигналом. Вот что значит жить от сердца. Вот что значит жить интуитивно. Здравия, Владимир, дайте совет, как найти свое дело. А это то, что вам нравится, то, под что ваши руки заточены. Вот у папы Карла руки были заточены под дерево, поэтому он выстругивал весьма, так сказать, хорошо буратин разновсяческих. Может быть, у кого-то руки заточены под приготовление пищи, может быть, у кого-то под художество, различные ремесла, да? Писание картин. Ну, кто его знает. Берите и делайте, пробуйте. Тогда вы почувствуете, что у вас выскакивает из-под рук, что делать вам очень легко и в радость. Головные боли уже третий день. Просыпаешься, и голова болит в России. Ну, не только в России. И в Германии голова болит, и в Европе, в большинстве стран, головы болят. Умные головы болят всегда, как говорил мой дедушка, потому что они все время о чем-то думают. Но, скорее всего, в вашем случае это не от того, что вы много через дыхательную, а также через систему, да, это много химических веществ, которые вызывают подобные, так сказать, симптом.
Эти вещества воздействуют на сосудистую и нервную систему, что, конечно же, приводит и на эндокринную тоже, что в конечном итоге приводит вот к подобным симптомам. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Когда голодали, а то пополнили, на мой взгляд. Я тут не отказываю себе сейчас в приеме пищи. Не так хорошо. Наступит время. Слово «голодать» — это не при меня. Я никогда не голодаю. Я просто перестаю принимать пищу. Голодать и переставать принимать пищу – радикально разные вещи. Радикально. То есть за ненадобностью вы просто перестаете это делать, но вы не испытываете чувство голода. Просто перестаете есть. Поэтому голод – это не про меня. Отказался от алкоголя за ненадобностью. Срок не имеет значения, цели развития пока нет. Притягивает за очень весной, это пока не напрягает. Может, это и есть пребывание здесь сейчас. Верно. Не давая слишком много, люди часто бывают неблагодарны. Они не часто бывают неблагодарны, они всегда неблагодарны и всегда хотят больше. Поэтому единственное, чего им можно давать в избытке, это пинков под жопу. Это однозначно совершенно. А вот человеки благодарны, людины неблагодарны, а человеки благодарны всегда. Иногда людины превращаются в человеков, но для этого им надо как можно больше и как можно больнее давать пинков под жопу. У меня, говорит, никогда не болит голова, Галина Карпец пишет. Галочка, как повезло вашему мужу, что у вас никогда не болит голова. Какая причина фурункулеза? Лимфатическая система, ну, вместе с нервной, конечно. А если человек может все руками делать, как найти любимое, все делает с любовью, берите и делайте, и найдете. Это очень непростое мероприятие, надо пробовать. У нас давно прямым текстом сказали, что новая нефть – это люди. Ну, да. На БАМе тоже бывают химтрейлы, но очень редко, но жить там непросто. А, конечно, там, где жить просто, там сыпят, но не везде. Можно ли научиться и делать самому себе массаж брюшной аорты? Не знаю. Феодализм, значит, будет крепчать, а он и всегда был крепкий. У меня температура вечером резко поднялась, симптомов никаких нет. Надо записываться на консультацию. Здравие тела и ясности ума. Аз есть сущие здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.